Рязани. Это поездкой культурно-образовательной программе называется она «Усолье Строгановское». Вот сейчас вы видите его вот здесь на слайде. Это замечательное место, место, известное в Пермском крае, в нашей России и даже за рубежом. Потому что это имение Строгановых, это наша история замечательная, это прекрасная архитектура, это много самых разных событий. Там пойдет фестиваль, который будет называться «Колокольные звоны России», и там приезжают со всей России люди, чтобы побывать в этих местах. Поэтому мы приглашаем Усолье Строгановское, мама того Элину, ученицу 8 класса. Уважаемые участники, когда называют ваши фамилии, мы приглашаем вас пройти по нашей взлетной полосе по красной дорожке со своими грамотами. Награждается клуб любителей математики. Сравнялись балл 32 балла. Приглашаем. Слово Яковлевне. Формальная грамота и приглашение вручается Зуевой Саше. Thank you.
знали, чтобы сохранить для будущих поколений все новинки интеллектуального и технического прогресса, все это нужно изучать. В древние времена люди изобрели способ рационального развития человека. Это образование. И до сих пор он является самым эффективным. Я хочу рассказать вам одну притчу. Некто, уходя в дальние края, поручил рабам заботу о своем состоянии. Одному дал 5 талантов, серебряные монеты, имевшие хождение в античную эпоху. Другому – 3, третьему – 1. Двое хорошо потрудились и приумножили состояние хозяина. Третий раб, ленивый, хитрый, зарыл свою монету в землю. Трудолюбие первых двух было вознаграждено. Вернувшийся хозяин подарил им все заработанные монеты, таланты. А у миролюбивого раба отобрал и последние. Так и появилось выражение «за талант в землю». Все присутствующие в зале не склонны зарывать свой талант в землю. На олимпиадах и в интеллектуальных конкурсах они показали, что они настоящие умники и умницы. На слайде представлены топ-5 самых ярких побед в номинации «Лидер в образовании». Для награждения призеров номинации «Лидер в образовании» мы приглашаем на сцену заместителя директора по учебной работе Елену Григорьевну Покрышину. Дорогие ребята, мне сегодня очень приятно видеть нас здесь, в зале всех, и учителей, и детей, и поздравить тех детей, которые действительно победы нам принесли нашей гимназии, достойные победы. И олимпиады, и конкурсы, и научно-практические конференции, и чемпионаты. То есть везде мы с вами первые места занимали. Ну а сейчас лидеры в образовании, те, кто действительно принес нам победы в этом году. Трапезникова Ксения. Thank you.
аплодисменты нашим лидерам. В этом учебном году значительно увеличилось количество участников и призеров Олимпиады. Мы гордимся, что такие талантливые ребята учатся в нашей гимназии. Для дальнейшего подведения итогов номинации «Лидер в образовании» приглашаем заместителя директора по учебно-воспитательной работе Давлетшину Ирину Олеговну. Это наша гордость, наши победители, призерам номинации «Лидер в образовании» является Киселева Виктория. Коллектив гимназии 33 благодарит вас за результативное участие в президентской олимпиаде, чемпионата Кусовки, успехи в обучении и непоколебимую тягу к знаниям. Также Виктория является призером олимпиады по мировой художественной культуре и литературе. Громкие аплодисменты. Также мы награждаем призера номинации «Лидер в образовании» Воронова Александра. Каибову Айнуру, призера номинации «Лидер в образовании». Сегодня пришли участники вокального ансамбля третьих классов. Солистка Федорова Екатерина, руководитель Чернова Юлия Ильевна. 6 русских песен на народный текст. Давай, давай, давай.
учится в этой гимназии. Пришло время подвести итоги в области научно-исследовательской деятельности. Мы приглашаем директора по научно-методической работе, руководителя проекта Кузнецова Сергея Викторовича. Спасибо большое.
Спасибо. А вы знали, что в этом году обучающиеся нашей гимназии находят технологию краудфандинга, народного финансирования. Первым удачным опытом является работа группы 6-го В-класса. Сейчас инициативная группа во главе с Мерзняком Сергеем Викторовичем реализует проект по сбору средств на создание MakeRoom. MakeRoom – это место, где можно принять любимое дело. Робототехника и сборка электропродуктов, снять видео для своего канала или проекта. Также это место, где тебя научат приемы народа, финансирования, нетворкинга и видеоблогинга. Для награждения самых активных ребят, которые помогали развивать новый проект, приглашаем заместителя директора по научно-методической работе, руководителя проекта Мерзлякова Сергея Викторовича. Формальной грамотой награждается призер номинации «Продвижение социальных технологий» класса 70-й В-класс. Кузнецов Андрей, ученик 10-го Б-класса. Кельцина Евангелина, ученица 7-го А-класса. Карибова Инура, ученица 10-го Б-класса. Каждый из вас может реализоваться как лидер и умелый организатор. В этом году многие ребята зарекомендовали себя как истинные генераторы идей, настоящие управленцы, способные реализовать свои идеи на практике.
Классные руководители отмечают, что именно эти ребята уже в столь юном возрасте умеют четко организовывать работу по достижению поставленных целей. Они являются авторитетами для своих одноклассников. Для награждения призеров в номинации «Лучший управленец» приглашаем заместителя директора по воспитательной работе Давлетшину Ирину Олеговну. Коллектив МАУ гимназия номер 33 благодарит следующих учеников за помощь в организации социально значимых общегимназических событий, за проявленные лидерские качества, умение генерировать творческие идеи и успешно их реализовывать. Мы благодарим призера номинации «Лучший управленец» Арутюнян Амину. Владу, Баталову Софью, Егорову Софью, Бубалин Юлю, Горбунова Данила, Петрову Алину. Let's go.
Немало побед принесли в гимназии активисты, участники различных творческих конкурсов. И вновь в общем зачете гимназия в призерах. В том числе и благодаря Мутагарову Алексею Ликовне, куратору тетрадку группы гимназии. Велика роль и Черновой Юлии Наилевны в развитии творческих способностей наших учеников. Фестивали и отчетные концерты, вокальные конкурсы и проекты с оперным театром. Наши артисты отмечены дипломами и благодарственными письмами. А благодаря Плотниковой Елене Валентиновне, учащиеся 8-го Б-класс не раз одерживали победу в конкурсах театральных установок. Для награждения призеров номинации «Культура и искусство» приглашаем заместителя директора по воспитательной работе Гавлешину Ирину Олеговну. Коллектив гимназии 33 благодарит следующих обучающихся за активное участие в культурно-образовательных мероприятиях гимназии, района и города, за высокие результаты и достижения в области культуры. Это Болдачева Инга, ученица Гавлешина. Ангулова Дина, 8-й Б-класс. Бабушкин Никита, 8-й Б. Шестогрова Анна, 8-й Б. Гленова Мария, 8-й Б-класс. А между прочим, ребята, когда занимали первые места на районных театральных конкурсах, им аплодировали гораздо громче. Награждается призёр номинации «Искусство и творчество» Щербина Ксения, 3-й автор. Панова Александра, 3-й Бэтла. Thank you.
Thank you.
А начинается все в школе иногда, на простеньком уроке физкультуры. Потом годы упорного труда, путь мастера, работа без халтуры. Здоровый зелье, здоровый дух. Спорт – это жизнь и движение. За этот год клуб «Сирио» принес нам немало побед. Внимание, топ-5 спортивных побед. Рождение призеров номинации «Лидер в спорте». Приглашается руководитель школьного спортивного клуба «Сирио» Мутагарова Люцилиповна. Района и города за высокие результаты и достижения в области спорта. Для награждения приглашается Матакова Влада, 10-й А-класс. Часов Вадим, 4-й А-класс. Ветеранов, 6-го А-класс. Сидорова Полина, ученица 7-го. Thank you.
делай, а те, кто может сделать больше, волонтер. А ты тут тоже топ-5 волонтерских дел подсчитывать будешь? А надо ли? Разве принято считать добрые дела? Да и вообще, об этом не принято кричать. Добрые дела в нашей гимназии делаются от души. Удовольствие жить тяжело. Помогать другим всегда приятно. Добрым принято легко. Здесь не нужно обладать талантом. Помощь приютам для бездомных животных, посещение домов и тарелок, экологические акции, волонтерские мероприятия для детишек из областной больницы, организации и многое другое. Для награждения призеров гимназии волонтерское движение приглашаю руководителя школьного спортивного клуба «Сириус» Мутагатову Екатерину. Вам желаю, дерзайте, и возите, и давайте. Вы же будущее нашей страны. До новых встреч!